Всем привет, добро пожаловать с вами снова на Ташево. У нас сегодня лапша чанжанмён, которая бобовая, такая вот с темным вкусным соусом и сверху плавленый сырок. Я, естественно, положила, он расплавился, выглядит вообще потрясающе. Давайте пробовать. Она немножко горячая. Какая вкуснота. Очень вкусно. Немножко горячевато. Кстати, под прошлое видео с этой лапшой некоторые девочки писали, что она не очень вкусная. Я бы хотела вам рекомендовать этот соус наливать именно в воду, в которой кипятится лапша. Так она становится намного вкуснее и не такой концентрированной. Очень вкусная. Она, конечно,
такая упругая вообще. Поскольку я очень редко пользуюсь палочками, мне сводит руку.
Красота, да и только. Было очень вкусно. Спасибо, ребят, что были сегодня со мной. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до скорых встреч.